Сидим, пьем чаечек тут вот с таким видом, друзья, прекрасным. Нам понравилась прогулка на Белые скалы. Мы искупались, просто классно. Доступно очень, очень близко находится это место. Поэтому я вам советую. Встретили вот тут друга Даню. Да, Дань, с Алматы ты, да? Передавай привет моим подписчикам. Всем привет, подписчикам. Давай, чай будешь с нами пить? Да. Давай, сейчас нальем, согреем тебя. Вот такая здесь атмосфера, друзья. Интересная, аутентичная. Обязательно приходите сюда. Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. И мы приехали на Белые скалы, друзья. Сегодня покажу вам эту локацию. Смотрите, начинаем наше увлекательное путешествие вот с такой смотровой площадки. И для того, чтобы оказаться на Белых скалах, нужно спуститься вниз. Сейчас у нас будет кардионагрузка. Вообще вход здесь платный, но сегодня почему-то нет кассира, и мы прошли вот всей толпой бесплатно. Очень интересно. Вообще, возможно, тропа закрыта. Непонятно, потому что нет кассира. В общем, пойдемте посмотрим, как это все выглядит. Так что усаживайтесь поудобнее. Берите вкусняшки. Зовите друзей, мы отправляемся в путешествие по Белым скалам. Смотрите, какая тут древняя дорога. Какой-то медвежий провал. Там медведь лежит. Колодец Клемены. Интересная растительность. Тут получается, что мы зашли сразу тремя компаниями. Смотрите, есть вот такие лежаки. И все, я тут как-то был. Тут надо спуститься вниз. И сейчас у нас будет кардионагрузка на входе. Висело предупреждение о том, что очень скользко. Поэтому, возможно, у нас сейчас будет экстремальный спуск. И тут еще возможен камнепад. Поэтому надо быть очень аккуратным. Смотрите, вот видите, на деревьях это самшит вроде. Вот этот вот. И тут есть тисо-самшитовая роща. Как-нибудь в нее съездим обязательно. И там все вот в этом самшите. Так, что у вас? У вас тоже есть? А ты откуда? Лаунде? Это где-то тоже тут на море? Улан-Удэ это где? Это Казахстан или? Где это? Это Россия? Да. В общем, спускаемся вниз на продолжение маршрута. В общем, вы сейчас поняли мои географические, так сказать, достижения. Но это не важно. Важно, что мы спускаемся на Белые скалы. И сейчас вы увидите это. Интересно, знаете что? Что мы прошли бесплатно. В пасть дракона прошли бесплатно. Тут тоже бесплатно. Как будто бы директору Адлера везде можно бесплатно проходить. В общем, спускаемся. Смотрите, сейчас, так сказать, у нас идет активная кардионагрузка, и внизу там скалы, там есть место, где искупаться, и я думаю, что возможно мы даже искупаемся. И потом, представляете, нам еще вверх подниматься. Я помню, что летом было очень жарко, а сейчас прям, ну, приятно, комфортно. Есть вот такие, смотрите, места, где вы можете отдохнуть. Так, отправляемся дальше.
веет приятная прохлада и вообще не жарко. Я очень доволен этому факту. Вот такой интересный маршрут. Реально скользко. Здрасте. Здрасте. Смотрите, по поводу того, как сюда добраться, мы добрались на машине. Приехали, просто забили белые скалы в навигаторе и приехали сюда за 20 минут. То есть эта локация, она находится очень близко, недалеко от Сочи Адлера. Здравствуйте. Добрый день. Так, вот так хорошо пошло. И смотрите, друзья, тут еще рядом есть Новолищенское ущелье. То есть вообще у нас в планах сейчас заехать на Белые скалы, здесь искупаться, поснимать и поехать на Новолищенское ущелье. Не менее прекрасное, а мне кажется, даже и, возможно, интересней место, чем Белые скалы. Там есть домики отдыха, где вы можете отдохнуть, остаться с ночевкой, пожарить шашлыки, покушать. Это все в Новолищенском ущелье. Там есть где искупаться, баня. Ну, если доедем, покажу вам, будете знать. Так, когда уже Белые скалы начнутся, потому что я понимаю, что нам же потом подниматься по этому маршруту. Поэтому... Ты к нам прискакал? Да. Ты как колобок? Да. Ну ты даешь. Ну давай, иди вперед, разведывай маршрут. А я сюда очень много раз был. Ты был здесь? Да, очень много. Мы здесь уже прыгали. Прыгали? Сегодня будешь прыгать? Нет, там холодно. Холодно? Так сейчас это, согреемся. Знаете, как это называется? Как это называется? Какой-то лопух это называется. Ты ловкий, да? Быстрый, смотри, догнал меня. Давай это, на мой канал подписывайся, посмотришь себя там. Называется Сергей Матвеев, директор Адлера. Будешь в ролике с Белых скал. Можешь привет передать кому-нибудь, если хочешь. Вот ящерица, смотри, они тут греются, да, на камнях? Да, они здесь греются. Они там не греются. Так что могут, кстати, тем летом попался желтый пузик. Он был дикий. Он не был дикий, он просто был дикий. Дикий? Да. Это и змея или ящерица? Нет, змея. Ага. Смотрите, идем, смотрите, какой тут маршрут. Хорошо нагружаются ноги. Очень хорошо. То есть нужна некая тут физическая подготовка, чтобы добраться до Белых скал. Когда я несколько раз... Давай, проходи вперед. Туда-сюда сбегал, здесь уже крутой, очень крутой спуск лестницы, потому что мы здесь со своей сестрой, мы вернулись здесь 100 раз. Мы здесь очень прям... Вот здесь, кстати, я нашел змею, она просто ползала. Я ее схватил, она меня за шею цапнула. И возьму за руку, и все. Ты смелый, да? Ну ничего такого не было. Ловкий и смелый ты, да? Да. Ты красавчик вообще. Прям как я. Я, кстати, этого возьму как-нибудь.
самая опасная змея. Гадюка? Да, гадюка. Большой гадюк. О, ничего себе ты даешь. Я ее... Не страшно было? Нет, я каким-то ее способом, но без этих, без палок всяких поила. Я просто вижу, что в траве шевелится. А мы знаешь, что в детстве делали? Ну не в детстве, мы уже в школе были. Мы, короче, пошли к морю, нашли там, понял, логово змей. И там, понял, прям была пещера, и там вся она кишила змеями. И мы их, короче, поймали, прикинь, этих змей. Засунули их в 1,5-литровые бутылки, 2 или 3. Пошли на школу и продавали там змей на школе. Это мы такие бизнесмены, прикинь, были. Да. Уже у нас в жилках. Да, раньше крабов ловили и продавалось. Крабов тоже. Мы ловили рыбу, да. Раков ловили. Да. Вот сюда там кто-то шевелится, а я не ожидаю, просто дальше. Мы тут как эти первобытные люди, да? Да. Ходим тут. Посреди леса надо нам еще копья всякие, палки. Катя, смотрите, как неаккуратно сделали. Неаккуратно? Ты знаешь, да, уже тут все? Каждый лес прошел. Каждый дуб. Вот. Как тебя зовут? Данил. Вот, друзья, двигаемся с Данилом на поиски приключения. Смотрите, довольно долгая, да, тут дорога? И скользкая. Да, очень скользкая. Кстати, я тебе покажу, где я. Прям постоянно, на каждом... Ну, вот, вижу это. Вот здесь я постоянно, когда было скользко... Я просто здесь падаю. Тут туда вниз. Тут можно больно упасть. Больно. Ты давай аккуратней. Это... А сейчас сухо. И... Единственное, о чем я думаю, это то, что нам еще подниматься потом. Это да. Это прям... Это... Если у вас рюкзак... Лучше бы мы поднимались перед белыми скалами. Потому что нам бы было очень жарко. Ой, киса, посмотрите, погладь ее. Такая милая. Пушистая. Ну, такая милая. Пушистая такая. Можешь покормить ее? У меня есть китикет. Покормишь? Давай. Они сейчас где-то там ходят. Что, царапается? Нет. Хочет писать. Тебе надо открыть его, чтобы она учуяла. О, она поняла, да, все? Ага. Давай на камень куда-нибудь. А, это. Пусть, да? Так, пойдем куда-нибудь наверх. Или может вниз пойдем к скалам, мы уже почти пришли. Ну, она пойдет за нами? Ну, во, пойдем тогда к скалам, она за нами пойдет. Все, короче, нас уже трое. Пойдем вниз, ага. Туда, прям к скалам пойдем. Все, давай, корми ее где-нибудь вон на скалах. Так, значит, там завал через 250 метров. Так, начались белые скалы, друзья. Очень хочется искупаться. Холодная? Как раз то, что мне нужно. Мне нужно похолоднее. Так, друзья, с вас лайк, подписка, комментарий, потому что мы покормили котика, сделали доброе дело. И также подписывайтесь. Намочил? На мой телеграм тоже подписывайтесь, потому что вас ждет много интересных роликов на моем канале. Что, Данил, прыгать будешь туда? Нет.
А где тут место, где прыгать? Там дальше, да? Здесь можно прыгать, только это факт. Здесь очень опасно, потому что сейчас после дождей она прям льет. Да? Голодный котик. Да. Так, отправляемся дальше в место, где купаются. Там купаются, да? Пойдем. Сейчас, давай тут чуть-чуть поснимаем. Слушай, отсюда можно прыгнуть? Да, отсюда можно прыгнуть, да. Но я боюсь очень жестко. И туда поплыть? Смотрите, радуга. Очень хочется искупаться. Я хочу искупаться, мне жарко. Ты не хочешь? Нет. Ну все, пойдем, где купаются? Так, друзья, мы двигаемся дальше. Посмотрите, какие здесь красивые локации. Ты спускался? Да. А по этому бревну на ту сторону не переходил? Нет. А не хочешь перейти? Нет, там очень красиво. Смотри, оно там держится, да, на кончике? Да, очень опасно. Что, ты поймал головой? Надо внимательным быть. Смотрите, тут двигаемся по джунглям. Субтропический климат, потому что здесь, смотрите, здесь. Тут я говорю, субтропический климат. Видишь, тут какие джунгли красивые. Да. Скользко. Можно там прыгнуть, друзья, и поплыть сюда. И тут выплыть. Так, я думаю, что сейчас я просто обязан здесь искупаться, так сказать, отметиться. В общем, вот это самое основное место, где все купаются, прыгают. Что, ты будешь прыгать? Ты плавать умеешь? Молодец. Я, кстати, 3 года уже хожу на бокс. Сейчас будем удары отрабатывать. Так, друзья. Все, приплыли. Вот такие они. Белые скалы. Красивые. Мы, кстати, сюда с братом спускались дальше. Просто там дальше. Есть что-то интересное дальше? Да там вообще, мы там находили и дроны. Дроны? И там что угодно. Ничего себе. Там все это, затерявшееся. Смотрите, как красиво. Сейчас Сережа пойдет юзать эту водичку. Давай, идешь, Дань, купаться со мной? Надо с головой.
Сейчас я тебе покажу, сейчас научу молодого, сейчас научу жизни. Я люблю теплую воду, я не хочу. Ты просто не шаришь. Смотри, как надо. Раздевайся. Так, ты теперь тоже. Полотенце есть? Нет. У меня аж ноги уже дрожат. Немножко. Купаться, посмотрите, в эту голубую водичку. Водичка бомба, то что надо. Сейчас зайду 3 раза. О, молодой, молодой. Нормально? Да. Давай, тебе одного раза хватит. Давай мы снимем, как ты спрыгнешь. Вчера будет прыгать. Короче, ты понял, что я нормальную тему тебе, да, посоветовал искупаться? Да, ты закаляешься. Да. И это... Иммунитет сильный становится, и не болеешь вообще никогда. Так, смотрите, идем сейчас смотреть, как Раф будет прыгать. Смотрите, маленькая рыбешка тут. В общем, у нас тут приключения. Данил вдохнул в меня ребячий интерес. Давай, Раф полетел. О! Красава! Чё, как водичка? Там путает нормально, потому что вода как бы не горячая. Так, друзья, ну что? Вот такой ролик получился. Я сейчас пойду 3-й раз купаться. В принципе, все самое основное интересное мы вам показали. А, красава, красава. Ой, просто нет воды. Понятно. Мы можем, кстати, еще дальше пройти. Да? Да, там еще интересно, даже получше, чем здесь. Да, и что, туда лезть надо? Нет, там просто можно либо... Дорога есть тут, там, тут, а туда дорога есть? Да. Где она? Там? Да. Там сейчас можно покажем. В общем, все, заканчиваю влог. В общем, вот такие они, белые скалы. Приходите, искупнитесь. Если хотите, позагорайте. Вот тут Даня советует. И подписывайтесь на канал, потому что будет много интересной информации с разных мест. Также ролик, возможно, продолжится, если мы доедем до Новолищенского ущелья. Поэтому, друзья... Всем хорошего настроения, успехов в жизни, счастья, здоровья. Буду благодарен вам за поддержку. Всем счастливо.